Ребятушки мои, привет. Короче, ну вот я все-таки выполнила еще одно свое обещание. Мы едем с Сермионы. Сейчас я стою, короче, здесь невозможно на поезде приехать. Значит, нужно было приехать до Синсано и, значит, взять билет на автобус, короче. Вот, сейчас он, по идее, должен, значит, поехать. Я жду этот автобус, но это не тот, который сзади там подъехал. Какой-то там, блин, с рабочими. Вот. В общем, я сегодня так торопилась, кстати, все было против меня. Значит, сегодня у нас шоппер в Милане, это забастовка, да? То есть именно все мои, да, до Колонии все станции будут закрыты. Плюс я так спешила на метро, что забыла мой пауэрбэнк, потому что он заряжался, короче, в баре у моего китайца. И я это уже вспомнила около метро, но я не стала возвращаться, потому что я просто боюсь, что пропущу поезд, автобус, потому что следующий в час будет только. Ну, если что, вдруг я, короче, тогда буду дистанционно смотреть, если у меня будет автобус, короче. Вот. Кстати, не знаю, честно говоря, какая остановка-то. Вот, в общем, ребятушки, вообще все в приключениях. Я так думаю, что... Скорее всего, это будет что-то вообще незабываемое сегодня, если у меня столько такая неприятностей получилось. Вот. В общем, что случилось вчера, вы знаете, как я, как солнышко. Сошел новый день, новое утро, новая Наташа, короче. Я больше не буду, просто больше не буду вообще к этой теме касаться. Вчера это прошло, но вот вы мне скажите, у меня там еще просто, я вчера записывала... На обратном пути у меня видео еще есть, да? И там я еще распиналась. Просто я хотела вам показать вокзал. Кстати, вокзал Дезинцано очень похож на вокзал вот этот Пескера дель Гардо, дель Гарда, да? И что он тоже как бы наверху получается же, да? А все, центр нужно вниз. То есть такая же схема. Я к чему это рассказываю? Я просто думаю, что вот это вот Лаго само, Лаго де Гардо, вот это озеро само, да? Оно какое-то, как какой-то котлован, потому что все здесь наверху, где железная дорога, а значит к центру и к, вот именно к самому озеру, именно где строение, ты едешь вниз, как бы спускаешься. Сейчас я это не могу вам показать, но так вот такая структура. Я просто все смотрю, что вдруг автобус. Вот, в общем, короче, ребятушки, все у меня нормально. В общем, я не знаю, скажите, ставить видео там, где я еще распинаюсь вчера, или уже не ставить его, уже как бы оставить все на как сказать, на волю Бога, да, там, на волю каких-то других сил. Короче, ребятушки, погода шикарная, еще даже не жара, как бы жара у нас обещает, жару, прям жару, такую жару у нас обещают со следующей недели, поэтому еще можно побалдеть. Тут прям чувствуется запах озера опять, вот воды хорошей. Ну что, Едем с Сермионы, ждем, там едет автобус. Еще ничего нету, может, мы неправильно ждем, я не знаю. Вот, сейчас еще раз прошу точно, где он отъезжает. Ну, ребятушки, что? Добрый путь, едем с Сермионы. Еще одна незабываемая крепость, за которой, видите, просто так на поезде не доехать. Вот, только на автобусе или на машине. Поэтому ждем видео от меня. Пока-пока.